Новосибирские ученые обнаружили следы древнейших существ, которые жили на Земле 560 миллионов лет назад. Открытие было сделано совместно с екатеринбургскими коллегами на западном холме Среднего Урала. Аналогичные находки в истории палеонтологии были сделаны лишь дважды – в Австралии и Белом море в Архангельской области. Научное сообщество до сих пор не может классифицировать эти организмы. Это не животные и не растения. Дикинсонии, так они называются, не имели скелета. Не было у них никаких органов и, скорее всего, тканей тоже. Была довольно прочная оболочка, а внутренность делилась перегородками на отсеки. По предположениям ученых, дикинсонии просуществовали на нашей планете около 8 миллионов лет, а затем исчезли.